Жената мороженое. Мы, кстати, можем поесть мороженое? Давай. Мы вышли сейчас с Юлей и с Милой на центральную улицу. Вот туда потом пойдем с вами в старый город, а это центральная улица. Здесь муниципалитет городской. Ну, в общем, вот. И посмотрите, какое небо. Какое глубокое синее небо. Чудо. Мы зашли компании в кафешку. Здесь разные вкусняшки и плюс мороженое. Вот такие красивые. Сейчас вам покажу. Вот это все мороженое. Вот фисташка. Это нутелла. Вот фисташка. Ты хочешь фисташку, а я хочу вот это зуб. В холодильнике вот такие десерты тоже можно взять. Целый получается 25 евро. А кусочек, наверное, на вес. Так получается. А здесь выпечка. Мы заходим в старый город. И сейчас потихонечку пойдем погуляем по старому городу. Какая красота! Какое море красивое, бирюзовое. Развалины замка. И там горы. Снимаю вот эту кладку, интересно. Да, я снимаю. Что? Угу. Что? Кладка, видишь, они на ребро. Ну, чтобы не падали люди, оно уже будет скользко. А так как хотя бы, ты знаешь, они уже... Логично. Листья чисто фикусы. Юля у нас дом покупает. 250 тысяч. 295 тысяч. Круто. Не знаю, какой, да? Все думала. Решила этот. Можем просто сейчас добить до самой вершины. Спуститься. Мы зашли пообедать.
в итальянскую пиццерию. Девушки смеются, потому что мы ожидали маленькую пиццу и еще что-нибудь. А тут каждому принесли по большой пицце, по коле, и это стоит 6 евро. Представляете? А если бы домой, то было бы 5. Я вообще офигела. Ничего себе. Вот как это скушать? Вы только посмотрите, как красиво. Как мало надо для счастья. Берег моря, красивущее море, чистое, бирюзовое, солнышко и чистое небо. Красота неописуемая. Прошло минут 30, как мы здесь лежим, и посмотрите, что творится. Какие тучи идут сюда, вы видите? Вообще фантастика. Все, надо бежать, вот вдруг на самом деле попадем под дождь, под ливень. Но вид, хочу вам сказать, это просто отвал башки. Насколько, посмотрите, насколько все грандиозно. Я даже не знаю другого слова, как сказать. Как все быстро меняется. Обалдеть. Время уже 6:00. Мы здесь зашли, хотим зайти в магазин один, подушки посмотреть, декоративные. Ну и вот, вот это, видите, напротив, это очень классное кафе. Здесь очень вкусные кондитерские изделия. Вот там железнодорожная станция. Ну и вот так. Всем доброе утро, друзья. Чтобы не светиться страшным, я просто с вами поздоровалась. Мы сейчас идем в китайский магазин, но по дороге уже второй день пытаемся зайти вот в этот магазин керамики. И сейчас шли, и он открыт. Ну и вот, ребята, там внутри, я вам здесь покажу, какая красота. Очень необычная керамика, очень интересная и чисто-чисто итальянская. Посмотрите. И туда пойдемте внутрь, все вам покажу. Ого! Какая красота! Вы только посмотрите. О, какие тарелки! Их можно на стену, как я понимаю, и также на стол. Вы видите, да? Вот, например, это 35 евро. Или вот эта красивая 37. 35, 37. Он с виноградом, с лимончиком. Видите, да? Посмотрите. Напольная лампа. Ой, напольная какая тоже. Декоративная. А вот это? 120 евро. Красота. Я там вижу солнышки. Смотрите. Вы видите, да? Если я правильно вижу, 25-30 евро. Солнышко с месяцем. Очень красиво. Или вот тарелки.
тоже на стену. А люстра, смотрите, какая, 40 евро. Вот такая, друзья, красота. Калабрия. Мы с вами, друзья, находимся в Калабрии. Посмотрите. Ой, сейчас, секунду. Очень-очень легкий кувшин. Смотрите, какой красивый. Как будто бы ткань, как знаете, ну, лен. Как будто бы лен или холщовая ткань, да? И здесь вот кувшин. Красота. Просто красота. Я бы такой купила, но его везти довольно проблематично на самолете. У меня только одно место, маленький рюкзак, поэтому, к сожалению, шикарно. И вот солнышки. Видите, как ярко. Буйство красок. Буйство красок. Ау! Иду. Это что? Сольница. Еще раз? Сольница. Сольница? А, сольница. Нет, вы только посмотрите, сольница. Очень красиво. Реально очень красиво. Вот это ваза 50. Мне очень нравится вот эта ваза. Угу. Она правда очень красивая. Ну, как бы сейчас пока кусается. Кушин 10 евро, друзья. Вы представляете, насколько красота какая? Великолепная. Ну, вот 8. А вот это? Это 8, вот тут ценник. А вот это? Сейчас я одна уже иду, и со мной сегодня девчонки не пошли, потому что я хочу добраться до самого верха. Видите, вот там наверху. Я думаю, что там чудесный, великолепный вид. Но тогда довольно, ну, знаете, все время в горку. Поэтому я иду одна. Немножечко распогаживается. Там море. И по прогнозу эти дни все время дождь. Ну, видимо, знаете, будет то дождь, то не дождь. Как-то так. Я экипировалась, взяла дождевик, поэтому ничего страшного. Очень тепло, ветра нет, поэтому очень-очень замечательно, друзья. Ну и потихонечку мы с вами, вот вчера мы только полдороги прошли и решили уже дальше не подниматься, потому что наша молодежь устала, а мы втроем, знаете, ой, тут ездят машины. Мы втроем все-таки пошли хотя бы чуть-чуть подняться, но не до конца. Так что сегодня я прямо, знаете, вот очень-очень хочу добраться все-таки до вершины. Я потихонечку дошла до того места, где мы вчера были с ребятами. И так теперь не знаю, как добраться до той башни. Или это замок развалины? Мы вчера поднимались вот под этой лестницей. И как-то, знаете, совсем там дома-дома. Маленькие улочки-улочки. Я теперь не знаю, как добраться до этой башни. Она где-то вот там, в той стороне. Возможно, если пойти вот так узко по той улочке, то, возможно, можно прийти и спросить не у кого. Ну что, друзья, я спросила. Сначала я написала в переводчике. Ой, это просто, видите, здесь лестница такая крутая. Так вот, сначала я написала в переводчике «замок». Молодой человек не понял. Тогда я написала «башня Тора». И тогда он показал мне вот, типа, по этой лестнице идти. Так что пойдемте по этой лестнице. Надеюсь, что она выведет нас куда-то.
Настолько все, вы знаете, настолько все необычно, настолько все. Вот посмотрите, да, это, наверное, какой-то дом, где живут люди. Посмотрите, насколько, ну, как сказать. Так, это улица Виа Эс-Гиакома. Насколько самобытно, вы только посмотрите. Я в полном восторге, в полном. У них здесь, кстати, есть и водоводы, отводы, вода. А также я поняла, мы вчера смотрели, видите, есть газ. То есть люди очень комфортно здесь живут. И это старый город, и ну просто фантастика. Вот, кстати, там можно выйти. Давайте попробуем. Конечно, это, наверное, здесь все-таки частное владение, но я думаю, что можно просто пройти и посмотреть. Тут можно выйти. Видите, как интересно? Вниз спуститься на лестницу. Ой, собачка. Смотрите, какая красивая. Собак здесь много. Собак здесь любят. Хорошенькая. Смотрите, какая рыженькая. Ну вот, пойдемте дальше. Видите, как она спокойно реагирует. Также вот здесь тоже можно, видите, перейти. И тоже там тоже лестница. Простите, я просто запыханная. Оттуда снизу иду. Посмотрите, как тоже интересно. Вот здесь реально люди живут. Там, видите, такая как... Здесь дверь закрывается. Ну, видно, что здесь люди живут, да? Раковина. И вот так. Как интересно. Восторг. У меня, друзья, эмоции. Эмоции, правда, просто зашкаливают. А сюда можно доехать. Смотрите, стоят машины. И вот снизу я тоже... Вот я немножечко башню, а меня, видите, показали сюда. Но здесь опять... Боже мой, какой здесь чудесный вид. Посмотрите, друзья. Там горы. И там горы. Боже мой, какая красота. И там море. Это просто фантастика. Растут лимоны, там же рядышком растут апельсины или мандарины, скорее всего, мандарины. Прямо много-много. И везде очень много разной зелени. В горшках просто растет. Супер. И какой отсюда вид чудесный. И честно, я не знаю, идти туда или все-таки туда, но, скорее всего, нужно здесь подниматься. А посмотрите, какая узкая, да? Вот. То есть... Пойдемте туда.
И куда теперь? Наверное, все-таки налево. Я так думаю. Или направо. Я вышла на какую-то, знаете, как площадь, не площадь, маленькая. И здесь можно пойти направо, а можно пойти налево. Как говорится, развилка. Куда хочешь, туда иди. О, и котик. Я пришла оттуда. И вот так здесь посмотрите. Как люди украшают свои дома. Посмотрите. Насколько все маленькое и уютное. Вы видите, да? Hello. Вот я хочу дойти до, добраться до... Вы слышите, да? Я хочу туда добраться. Я думаю, что я рядом. Ну что, идемте? Мне немножко страшно, если честно. Ну, давайте попробуем туда подняться. Вот развалины замка, я так предполагаю. Смотрите, здесь можно заехать. Друзья, я добралась, мне помог мужчина. Там виднеется эта башня, где как церковь. В общем, мне нужно сейчас подниматься по лестнице и идти туда. Здесь идет узенькая тропиночка каменная. И какой здесь запах? Вы даже, друзья, не представляете. Какой здесь запах травы, цветов. Вообще просто фантастика. Ох. Мне немножко страшно. Я боюсь высоты и немножко страшно. Меня, знаете, притягивает земля. Вы знаете, я там не пошла, там очень было узко, я побоялась, потому что сразу было вниз, а так как ночью шел дождь, и там очень мокро, я не рискнула. Я просто побоялась, что если я где-то упаду куда-то, скачусь, то я не вылезу точно. Поэтому я решила, я очень хотела вот туда попасть, вот на ту башню. Возможно... Здесь можно и так подняться на нее, я не знаю. Но вот сейчас иду и посмотреть туда. Но я все равно молодец. Я сама себя похвалила, когда спускалась, что Лена, ты молодец. Вот она, видите, но туда не попасть, к сожалению. Ну ладно, будем спускаться, друзья. Нельзя. Тут молодые ребята. Я спросила, можно? Они сказали, что там прохода просто нет на эту башню. Ну, что делать?
Но в любом случае, вы видите, как замечательно. Просто чудесно. И снова колонка с водой. Это так замечательно. Вода чистая, питьевая. Вот так это выглядит все, друзья. Мы с вами дошли, но, к сожалению, я не могу туда попасть. К сожалению. Декатум. Дева Мария, наверное, так, Санта Мария, де эс епископио секола. И опять, друзья, пойдешь налево или пойдешь? Пойдешь направо или пойдешь налево? Куда придешь, сам не знаешь. Но давайте пойдем направо. Афречи Бизантини. Афречи Бизантини. И снова, друзья, идти туда, тогда получится, видите, по узенькой-узенькой улочке в самый низ, потому что вот там дорога виднеется. Или идти сюда и тоже вниз. Но мне кажется, сюда лучше выйти. Возможно, там будет пошире лестница. Вчера мы здесь поднимались с девушками. Только мы уже вот как раз здесь и остановились, и пошли вниз. Дальше не пошли. Посмотрите, как красиво, да? Ну, а я тогда думаю, что буду спускаться вот здесь. Потому что вчера мы поднимались по той стороне. А спуститься, я думаю, хорошо будет здесь. Все дорожки ведут вниз, туда уже к морю. Посмотрите, насколько фантастично это выглядит. Здесь скалы, это скала. Растут два дерева. Это просто фантастика. Села передохнуть, спустилась уже вниз. Немножечко посижу и пойдемте с вами к морю.
Мы с вами вот оттуда, друзья, спустились. Видите, где вот эта башенка? Мне очень хотелось в нее попасть, но, к сожалению. И море. Какое оно красивое. Говорят, что Теренское море, оно самое чистое. Море меняется каждую минуту. Вот вроде бирюзовое, потом раз, что-то придет темное и опять бирюзовое. А потом какими-то немножечко кусочками. Там бирюзовое, там темное. Просто фантастика. Хочу показать вам самую лучшую, на мнение всех горожан, как она, круассанная, булочная. Угу. Здесь самая лучшая выпечка, круассаны. Покажу вам выпечку, самую лучшую в Скалее. Здесь цена килограмм. Hello. Ой, здравствуйте. Смотрите, у нас даже замечательно. Вот такие красивые пироженки. Мам, ну, на полицию. Ну, ладно,
Всем доброе утро еще раз, друзья. Ну что, у нас четвертый день. Мы зашли в самую вкуснейшую булочную, или как это называется. Я вам показала, все очень-очень вкусно, все очень-очень чисто. И сейчас мы идем компанией на море. Сегодня обещали дождь, но вроде бы даже распогаживается. Мы вышли к морю поздороваться. Посмотрите, как красиво. А там горы. Я очень люблю мимозу. А здесь она растет везде, просто везде. Мы зашли еще в один магазин, очень интересный. Всем доброе утро, начинаем новый день. Такие очень красивые здесь, посмотрите, всего чего есть. Очень много разных ваз, разных кувшинов, красивых. Для декора. Видите, как красиво можно повесить на кухне. Да, это полтора евро, мне подставку надо какую-то. Красиво, да. Там много всяких фруктов. Да, я видела, здесь, видела. Юля берет в подарок. Нет, не в подарок. Подарок, да. Подарок. Юля, ты видела те часы? Юль. Вот там наверху посмотри. Не, ну, это уже там... Перебор, да? Ну, на мой взгляд, да. Mm. Ну, те красивые, да, реально, те красивые. Слушай, ну, одну вот эту возьму, одну пока. Тоже такая яркая, да? Все очень яркое. Прям солнечное. По 3,50. Маленькие, видите, такие. Для украшения, ну, в общем, вот, и здоров море. Мы снова в круассанной. Посмотрите, какая красота. У меня, как всегда, чай красивый.
у ребят по круассану. По дороге я сейчас иду в Конат. В общем, здесь рыбная лавка. Хочу зайти. Если можно будет снимать, то я, конечно же, поснимаю. Если нельзя, тогда нет. Магазин Конат, и это вся очередь в рыбной. Там всякая разная свежая рыба. Ну и пока девушки закупаются, покажу вам еще немножко сыра. Очень-очень здесь вкусные продукты, сразу вам скажу. Очень вкусные соки, любые. Очень вкусные, сыры вкусные. Макаронов здесь безумное количество выбора. Вот такие сыры покажу вам. Спагетти, макароны, всего чего. Очень большой выбор фирм, которые это все представляют. И вот цены. Цены, как у нас, знаете, в Латвии. Вот честно, насколько Италия богаче страна, и уровень жизни выше. И насколько цены наши латвийские. Вернее, наши латвийские цены на уровне итальянских. Пойдемте, еще вам покажу. Вот здесь сколько, видите, выбора разных макаронных изделий. И пойдемте, покажу вам еще. И я смотрю по ценам, у нас даже кое-что и дороже. Вот лапша у нас, начиная, если я правильно помню, от 2 с копейками евро. Здесь евро 79 начиная. Вот такое, такого плана я покупала домой. Около 3 евро. Именно вот такая лапша. И мне кажется, я показывала вам уже кофе, но покажу еще раз. Вот это в баночке. У нас, по-моему, такая же цена. Если нет, поправьте меня. Лаваза тоже такая же, по-моему, цена. Но опять-таки, смотря какая расфасовка. Здесь 500 грамм. Потому что вот это кофе есть у нас в Риге. То есть я могу как бы, ну, сравнить. Девочки сказали, что вот, например, вот эти для машины, кофемашины, здесь дешевле, да. У нас, насколько я помню, эта цена, по-моему, около 10 евро. Но опять-таки врать не буду, поправьте меня. Вот для кофемашины, видите, какая цена? 5 евро. Здесь 12 с копейками, но здесь, видите, 36 больших пачек. И, конечно же, в прошлый раз я вам здесь чуть-чуть показала быстро, но вот сейчас покажу более детально. Оливки 16,90, 7,50, 7,90. Это баклажаны маринованные, я так понимаю, или не маринованные, 17,90. Сыр такой, знаете, как овечий. Тоже мягкие. Мягкие сыры. Моцарелла. Ну,
И посмотрите, какие красивые окороки. Огромные. Вы видите, да? Шикарно как. Выглядит все очень-очень аппетитно. И тут на самом деле очень вкусная еда. Все, что мы кушали вот эти дни, мне все-все очень-очень нравится. Смотрите, как красиво. Видите? Супер. Время 7:00. Там старый город. Ой. У нас последний день в Скале. И мы идем всей компанией в рыбный ресторан. Нам сказали, что здесь очень вкусно. Там, конечно, не только рыба. Говорят, что там и пицца есть. Но идем, в общем, в рыбный ресторан с Ваней. Здесь такая, как пиццерия, как булочная. Мы утром здесь шли, было много людей. И сейчас тоже много итальянцев. Ну и вот идем. И там, видите, впереди, с правой стороны горы и старый город. Башня. Туда, кстати, не попасть. Все там закрыто все, проходы. Поэтому, к сожалению, не попала я, чтобы вам показать. Вот этот ресторан «Ла Плая». «Ла Плая». И вот такой ресторан, он тут, знаете, спрятан так. Алло. Да. Мы, наверное, очень рано. Местные приходят, наверное, позже. Вот покажу вам, как это выглядит. Так. Так, я вам покажу меню. Здесь есть по-русски. Мы особо не торопимся, все посмотрим. Ну вот, такое вот меню. Так, и еще вот здесь оказалось, что, значит, есть, видите, мясные блюда из мяса, фрукты, десерты, вино, вторые блюда из рыбы. Нам заказ принесли очень быстро. Говорили, вроде 40 минут ждали, так очень быстро. Мы все заказали рыбу-меч на гриле. Я заказала еще овощи-гриль. Да, и вот там хлебушек. Ну, все. Приятного аппетита. Да, еще. А, салат из помидоров. Принесли масло. И салат, да, овощи. Ну и вот такой десертик заказали, да. Что-то похоже на фисташки. Тут выглядит с орешками фисташковыми и еще чай. Мы вышли из ресторанчика. С правой стороны, смотрите, подсвечивает. Да, подсвечивается. Развалины замка. Там кораблик. Ну вот не знаю, до моря, наверное, все-таки не дойдем. Море сейчас должно как-то подсвечиваться, говорят. Ну, не знаю. Сейчас пойдем посмотрим. Вот такой кораблик красивый. Светится, моргает. Красота. А там море. Я начала говорить... Но оно почему-то не светится, это море. Но оно не светится. Да. Поэтому. Да. Ну, в общем, да. Вот такое море, друзья, вечернее.